Экспозиция нижнетагильских подносов на выставке «Мастера с Лисьей горы» отражает традиции уральской лаковой росписи по металлу. Зарождение подносного промысла как кустарного производства в Нижнем Тагиле относится к 30-40 годам XVIII века. Новая экспозиция, открывшаяся в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбург. Она посвящена 300-летию Нижнего Тагила и создавалась совместно с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств. Эта выставка рассказывает не только об уникальных предметах искусства, но и о людях, их сотворивших, тагильских мастерах, развивающих исконные уральские промыслы. Поэтому она и называется «Мастера с Лисьей горы». Лисью гору называют Эйфелевой башней Нижнего Тагила. Знаменитая Лисья гора – это символ и вертикальная ось города, потухший 300 с лишним миллионов лет назад вулкан, сложенный из магматических пород, вокруг которого образовался пояс, богатый самоцветами.
А еще совершенно мистическим образом возникло сообщество талантливых людей, рудознатцев, геологов, камнерезов, ювелиров, художников.